Антон. Я готов. Что с тобой, морда твоя ты? Что с тобой происходит? Вы бы видели. Охренеть. Слышь, Антох, ты слышал? Там новый Doggy X5 Max вышел. Doggy X5 Max? Нифига себе, а что это за телефон? Ну, это, короче, новый крутой телефон, пойдем покажу. У него есть сканер отпечатков пальцев. Идем, я тебе покажу. Давай. Смотри, в общем, 3 июня на JD стартует продажа второй партии нового смартфона Doggy X5 Max. Это очень крутой телефон с внушительным аккумулятором на 4000 мАч и сканером отпечатков твоих пальцев. Работает этот телефон под управлением Android 6.0 и имеет 5-дюймовый экран, 1 гиг оперативки и 8 гигов памяти, плюс поддержка карт на 32 гига. И стоит он всего $64, но для тебя подкину скидку на $5 и купишь его всего за $59.99. Количество телефонов ограничено, все найдешь в описании под видео. Видите шар? Оранжевый. Сейчас, короче, я подъеду, сейчас мы этот шар должны за... Ой, его уже скинули, он продублировался. Секунду. Надо с другой стороны заезжать. А у тебя шар сверху, что ли? Да, у меня сверху шар, и здесь валяется, он прям в меня катится. У меня нету шара. Ну вот хорошо, тебе не могу сюда заехать. Я вижу его, да, он катится. Ну ты видишь, я его столкнул. Да-да-да. Секунду, сейчас я запаркую сюда назад. Что? Давай. О, нифига, чётенько припарковался. Давай, я сейчас его скину, правда у меня его нету. Не-не, только смотри, надо скидывать его специфичным образом, его нужно бить битой. И, короче, ребята, подождите, сегодня... А зачем? Давайте я вам их сейчас всем положу. Да нет, тут надо его сейчас... Ты не понял. Короче, скинуть. О, прям в кузов, чётко! Хорош! Всё, залетел, красавчик! Вообще, хедшот! Слушайте, он это, отклонировался опять, да? Отклонировался? Да, он появился. Да не он начал бить, и он появился. Смотри, у меня в кузове все, теперь бы выходь отсюда. Давай, я... Аккуратно, о-о-о! Давай ты будешь... Слушай, это живой! Аккуратно, аккуратно! Тихо, я балансирую. Я за него не вижу ничего. Все, я выезжаю на дорогу. Давай, Кей, закидывай себе, короче, шар. И мы должны... Друзья, челлендж сегодня у нас. Необычная серия. О, хорош, вообще закинул с первого раза. И так, друзья... какой у нас вообще челлендж? Что мы должны сделать? Да, друзья, сегодня у нас челлендж, и мы должны вот на этом вот грузовике с этим вот шаром запрыгнуть в поезд. Просто в поезд. Вот в полувагон. Прямо с шаром? Прямо с шаром. И... Так это шаром. Ну, вот сейчас мы попробуем это сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, ловить! Данил, балансируй! Слушай, Данил, а ты от первого лица едешь? От третьего. А как тебе? Камера! Ты, окей, потерял шар. У меня шар ёпнулся на пол. Лол. Так, загружай себе шар, мы ждем. Антон. Я готов. Что с тобой, морда твоя ты? Что с тобой происходит? Вы бы видели. Охренеть. Что такое? Ты нормально упал с шара, все, поехали, короче, Антон. Догоняй нас как хочешь, так, Кей, поехали. Мы едем стой, прямо. Стой. Груз залазь. Главный потеряли, меня. Ты че, груз чё? Главный? Что происходит? А вот но аккуратно, я, короче, мы должны ехать пешком, прямо. Да? Ребят, давайте кто быстрее, я или вы? Давай. Давай, кто быстрее. Что-то вы меня... Давай, подрезаем. Все, проехали. Можно ускориться, короче, смотри, аккуратно ускоряйся, он не вываливается. А, шар, мой шар. Твой звучит как-то двусмысленно. Мой шар, говорит, вывалился. Давай, я жду тебя. Все, дождались, к тому неудобно стали. Так, теперь едем, аккуратненько надо выехать. А что у тебя шар? Сейчас опять все повылетает. Ой, вы что-то шарами трётесь? Это давай как-нибудь вперед или назад? Тут что-то не то происходит. Что происходит, да? Аккуратненько. А вы можете ехать или как? Все, да, я ну, потихоньку, если только очень медленно. Я выехал. А то вон оно все падает. Давай. Все. Аккуратненько. У меня сейчас как будто. Смотри. Произойдет. На козла я встану. Не, нормально, все нормально. Я вообще еду четенько. Нам же доехать до тоннеля. С этим вот делом. Друзья, очень неудобно, очень тяжело вообще управлять всем этим, потому что он переворачивается и вываливается. Скорость сбрасывает плавно. Так, а где у нас поезд? А, я понял, как ты хочешь на поезд скинуть. Ага. Ой, Данил, а ты не поднимешься на гору? Нет, я подниму. Ты не знаешь, ты недооцениваешь просто меня. А ну-ка, подтолкните меня, я застрял. Ты застрял, что? Давай, я толкаю, но не уверен, что шар. Аккуратненько. Все, да? Есть. Все, поехал. Поехало, пошло дело, аккуратненько. Аккуратненько. Мне там шар не выпал. Не выпал. Господи, нужно. А я теперь застрял, пацаны, ну ёптель. Антон, возьми машину, подтолкни Кея.
пацаны, у меня даже на Nitro Boost ее едет. У тебя там шар вообще с ума сходит. А, стоп, у меня есть шар вывалился. Данил, я сейчас заспауню, короче, этот, блядь, как он называется, который машины цепляет? Не надо, у меня все вывалится. На эвакуаторе знак. Кстати, хороший... А, нет, в смысле... Нет, все вывалится. Я задом заеду туда сейчас. Окей, ладно. Давайте, заезжайте. Ой, Кивес, что ты там спавнишь, да, пытаешься? Да у меня опять, да, все повыпало. Аккуратненько, сейчас смотри, как надо заезжать туда. Блин, удалил опять, да что ж такое-то? Сейчас я покажу мой мастер-класс. Что за человек? Какой, блин, этот шар, какой человек, блин. Мама! Нет, он сейчас вывалится. Я в кустах застрял. Давай, может, я эвакуатор все-таки сделаю? Нет. Я это... Да не бей, меня все трусится, козел. А, я понял, как ты ходишь. А вы где? Мы тут. Смотри, мы едем на гору. Вы еще и в горку с шаром? Ой-ой-ой, Данил! Бля, противовес. Ну, бля, Антон, машина нужна, подтолкни. Сейчас противовес, давай. Вообще. Блин, да как вы едете? Какой первый шар выпадает? Подтолкни Кивес, слушай, подтолкни грузовиком. Все, я психанул, пацаны, извините, но шар будет приоттачен, он больше не будет. Давай, Антон, давайте, толкайте меня. Эвакуатор хочешь, да, из адера, нормально, блядь, не толкаешься. Сейчас кто-то у нас улетит, Данил. Либо ты, либо шар, выбирай. Давай, поехали. Хорош, поехали. Я не могу, у меня нет сил больше, я делаю вот так вот. Давай еще раз. Держись, Данил. Поезд едет. Давай, Антон! Колесо вправо, колесо, вправо! Давай еще! Вправо от меня! Давай, Кивес! Куда? Меня! Ой, ты что тут делаешь? Меня вперед толкай! Назад! Назад! Да не то. А! Хорош! Вот сейчас вывалится! Стоямба! Нет! Он вывалился! Ловите его! Фак! Угнали, вы чё? Все, давай, толкай меня, вот так вот сейчас, да-да-да, вот таким паровозиком, давай. Газуй, давай, поехали. Давайте, погнали. Давай, ты пока сам поднимайся, потом сил не хватит, я всё, тебя уже не прёт, давай, толкай. У тебя тоже сил не хватает. Нормально. Ох, хватай, давай. Немножко осталось. Совсем же немножко. Кивес, давай, как ты там. Пошел! Стоп, назад, Данил! Слишком! Он выпал! И поезд едет, шар уехал! Это невозможно! Ну что вы сделали? Еще и поезд вообще с платформами, одна платформа в поезде была! Блять, анимация! Антон, придурок, что ты делаешь? Там поезд едет, у тапок! Так, а все платформы пустые! Ништяк! Давай! Я не вижу, куда еду! Нет! Я запрыгнул! Вы чё, потеряли груз? Так, и вы в поезде! Остался. Залетел, красавчик! Офигеть! Вот это круто! Стойте, меня забыли! Как вопрос? КВС закинул! Он запрыгнул! Сделал это просто! Я такой, выйду такой. И куда вы ходите? Ой. Куда он выжил? Ёптель! Куда он вышел? Грузовик! Он упал! Ты чё? Все опять платформы. Вот везет на платформы. Давай, прыгай! Да ну что за хрень? Давай! Шар в поезде остался! Нет! Упал! Шар потеряли, но КВС залетел. Шар потеряли! Охренеть! А попытка номер 3. Попытка номер... Посмотри хотя бы, когда ехать. Хотя все равно будет не вариант. Давай, я смотрю, вот я прям вот рядом. Я готов к заезду. Едь! Куда надо ехать? Давай! Есть, я в платформе! Единственная платформа, я попал в нее! А вот если бы не я бы, не попал. Ой, бля, Кривос, ты понял, как быстро. Если мне не давайте попал, ко мне залазить теперь в эту платформу. Сейчас здесь останемся как-нибудь. Давайте. Что-то ты немножко криво стал, не? По-моему, не, нормас. Эй, чё это? А, нормально? Посмотри! Он упал.
Что это? What the fuck? Кшар, какого хрена здесь делает? Охренеть, что он как вылез, я же охренел. Он сквозь поезд проваливается. А, еще одна платформа. Это жесть какая.